К другим новостям. Остановку на УПК, с которой отправляются дачные автобусы, перенесли. Это связано с капитальным ремонтом улицы Маршала Жукова. Теперь отправка на абаканские дачи проходит с остановки возле града абаканского храма Константина и Елены. Это пара сотен метров от УПК, перекресток улиц Пушкина и Герцена. Сейчас власти прорабатывают новые схемы для основного потока городских маршруток. Информация появится позже. Согласно плану, на все лето этот участок будет перекрыт для автотранспорта. Одну из главных артерий города ожидают кардинальные обновления, поэтому власти просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Подрядчики будут полностью менять и бордюрный камень, и дорожную так называемую одежду. И кроме всего прочего, следом за ними идут подрядчики, которые будут менять коммуникации подземные, водопроводные, тепловые и так далее. Поэтому работы достаточно большие, объемные. Будет задействовано много и строительной дорожной техники.